будущее этой планеты. Я необходимая шоковая терапия. Я новая ступень эволюции человечества. Неуязвимый сверхчеловек. Ты еще кто? Злодей. Миссия провалена. Нам нужна помощь. Наша цель – парень по имени Брикстон. Он призрак. Так что нам понадобятся лучшие из лучших. Люк Хоббс. Я твои выбитые зубы и переломанные ноги. Элитный спецагент. Результативность на уровне 100%. И пижон, который плевать хотел на правила. Декард Шоу. Я как шампанское, бью прямо в голову. Бывший британский агент. Ныне вне закона. Единственный шанс поймать Брикстона – заставить вас работать вместе. Ни хрена. Только не с этим. Предполагалось, что мы останемся незамеченными. Что за прикид? Я собираюсь спасти мир, и, между прочим, в четвертый раз. Могу сделать это хоть в бикини. Вы не представляете, на что он способен. Хоббс и Шоу. Хотите войны? Получите. Узнали меня? На счет три. Давай. Раз, два, три. Форсаж, Хоббс и Шоу. Три разряда, и ты труп. Понеслось долгожданная злодейская речь. Тебя что, кто-то за язык тянул? Да, подумал, по-геройски будет все дела. В кино с 1 августа.